Now Mr. Lover Lover, girl, Mr. Lover Lover, now Mr. Lover Lover, she call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume. Я пташку, да, стримлю. Залетает чувак на Твиче. И спрашивает, что за чертовщина, что за QR-код у тебя тут? Я говорю, от ковида ты привился? Он, короче, взял и обиделся, не понял рофла. Вот, я ему пишу в личку, мол, шутка была ведь, а он такой, ты кто вообще? Я такой говорю, ну так и так, он такой, а, это ты? Я говорю, ты что, совсем шуток не понимаешь? Он и опять ушел, ну, фиг с ним, короче. Я как бы написал ему, что не хотел быть грубым, типа. Просто пошутил жестко. О, звездочку какую-то выиграл. Вы загадочный приз. 7500 F каких-то. Открывал все двери вам, блин. О, мы каски подкрывали. Если сумки будут повреждения, количество добычи уменьшится. А, кстати, а как золото можно уменьшиться? Да, и стреляешь, и главное, купюры вываливаются при стрельбе по сумке. Что-то забагалось в дверь. Отойдем. Я что, могу спокойно бежать? Не-не-не, нас заподозрят, если нас... Да отойди ты от двери. Я ничего не подозреваю. Нет, нас могут подозревать. Вот, видишь, деньги есть. А почему не надо? Да собираешь, успеешь. Просто ты сейчас вот тяжелишься, будешь бегать и... А почему сумку с добычей нельзя увеличить? Говорят, и она вообще никак не прокачивается. Да, нельзя увеличить, погнали дальше. Сюда, 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 сюда. Да ладно, я тут пройду. Люблю любоваться фонтаном. Сюда иди, вот я здесь уже стою. Все, кто там? Мы уже разблокировали дверь, все. Второй? А, мы уже разблокировали, да, нафига тогда я тут стою. Не знаю, ты походу не с обществом, ты отдельно. Где-то я картинку. Видишь же, чел, что соображаешь, что делать, так иногда хоть не на своей волне будь. Он просто появился на первой камере, вот я и подумал, что он что-то не шарит. Не-не, у него тоже все пройдено, все открыто, он знает. Ну да, ладно. У кого сумки не заполнены? Есть у кого сумка не заполненная? У меня наполовину. А у этого? А я не знаю, сейчас он тебе ответит. Если не пошлет на три буквы, то значит есть. А, ну тогда что? Сейчас пойдем в северный док соберем. Да-да, у меня полсумки еще доступно. Сейчас соберем. Только что-то маловато лям, да? Да, сейчас будет еще. А, еще лям будет сейчас. Жесткий лям будет? 70-83-22, запомнил? Нет, не запоминаю так быстро. Сейчас я запишу. Запиши лучше. А давай я в чат напишу, ты будешь диктовать. Ну давай. 78. Кто нас спалил? А, на вышке чел. Ну вот. Егор, ты чё нас... Егор. В смысле, Егор? Ты спалился-то? Я за ним ехал. А, ну значит, Егор. Ай-яй-яй, Егор. Я думал, он прям четко приедет.
Да, он четко уехал прям. Надо тебе нарезки делать. Умираем! Мы все равно типа уже не получим элитное испытание, ну поэтому. Ну так ты с новичками захотел элитное испытание. Ты сам слышишь, что ты говоришь? Я вот почему второй раз только говорит здесь. И как ты вот со мной элитное испытание пройдешь, я вообще не понимаю. Ты уж если новичка взял, то ты уже думай о том, что мы не успеем уже на золото полностью. Вон! Егорка виноват, видишь, там написано Егорка поражение. Ну сейчас исправится. Он знает, как исправляться. Артемка, так делай нарезки-то, если хочешь. Good job. Артем, смелее. Нас спрашивают, под чем мы? Да я не знаю. Веселые такие. Чего? Чё, ты виноват? Ах ты. Да не я виноват. А, всё нормально. Я думал, мы заново сейчас пойдём всё выполнять. Так, нам лично ныть. Мы ж столько прошли, люди. У тебя сколько температура на улице? Да я что, знаю, что ли? В смысле, ты не знаешь? Ну так вот, я не смотрю. Я на улицу не выхожу. Привет. А вот на учёбу? Не люблю зиму. На учёбу у меня каникулы были. Все, Егорка, не стреляй больше. Садись сюда и не стреляй больше. Почему слева? Потому что оно больше дает. А справа? Вот то, что слева. Справа это фуфло. Это чего такое? Ты чем тут это кокаин. Барыжишь, а? Ты хулиган. Это кокаин. Я тут думал. Все, у меня набито. Там нет лодки, да, вроде? Нету пилотки, с нами женщин нет. Убивай его. Кого его-то? За мной. Вот этого дурачка убьем и возьмем. Пирожка? Отлично. Егорка у нас отличный. Щикотун. Егорка, дай мне сидуху. Куда погнал? Там еще есть. Где там? Вон там вроде. Ой, я тачку возьму. А, ну там где-то еще было, я не знаю. Нет, тачку не бери. Вот, иди сюда, вот здесь. А чё тачку нельзя взять? Потому что. Поехали. Зато я патронов на две взял с тачки. Ну, едете, нет? Конечно. Мы стритрейсеры. И-ху. Он за ним едет. Нифига себе. Только аккуратно, не так быстро, как он. Он может отрезаться и умереть там. Ну, он может горный козёль. Опа, я чуть не умерел. Я в какой-то кустарник врезался и все. Забаган. Надо сейчас спрятаться где-нибудь. Мне бы знать, где мой моцик потерян. Не считай вас с Фобос. Вот только он куда-то пропал. Ты тут? Наверное, чай налить ушел.
Ладно, пойду я помоюсь и приду. Давай, Артёмка. Туня любит смотреть Филина. О, Гриша, огромное спасибо. Я кинул запрос, я санитарц. Санитарты? Сейчас посмотрим, какой ты санитар. Ну все, я к тебе присоединяюсь, санитар. Егорчик, привет, Ромчик, их как дела? Егор, привет. Дела нормально, твои как? Иван, приглашай. Кидай запрос. На сервер. А, ну загружайся. Я тебя спрашивал вроде, да? А что? ВП, GTA РП. Спрашивал. Заехал, когда скатился. А слушай, вот ты учишься, да? Ты по профессии будешь работать или чисто аттестат? Не знаю. То есть у тебя есть сомнения, да? Ну если я не найду работу, конечно, пойду на другого. Ну, системный админ-то очень много где. Отели, да все, так это же нужная тема так. Я просто самому-то нравится, просто спрашиваю. Пойду, наверное. А так могу еще менеджером. Просто мог бы это, как говорится, программистом выучиться и вообще в любой сфере, и в продавец, и все. Скинем. Я пробовал, вот только что сделал. Ну ты до конца держи. А, да нет, я про то, что можно снизить скорость так, чтобы вырулить. А, ну тогда, ну типа остановиться полностью не смогу. Ну это я тут уже не среагировал просто. Ну конечно. Ну когда газ убираешь, так можно вырулить. А так когда газуешь, так тяжело поворачивать так. Так он и так все равно тяжело поворачивает. О, ты сам себя загнал, нет? Нет. А, ты выехал. Отлично. Ну все чувствую. Чуть ту линию задел, задел. Был на волоске. И все это задел. Хочешь сказать, не прикольный режим? Ну, вдвоем-то все равно скучно. Ну, вдвоем, да. Когда много, так интереснее, много линий. Ну и участок какой-то маленький, тут не разъехаться. Другие карты есть. Да. Ты прям перед носом. Не успел бы вырулить даже. Ай. Не успел понизить скорость. У тебя последняя жизнь. У меня? А, у тебя их 7. То есть тебя на 7 раз укокошить и не попасться в твою ловушку. Ты меня крутишь, у меня уже страшно. А, если ты продолжил меня крутить, ты меня убил бы. Да нет. А ты её освободил. Зачем мне освобождать тебя? Ну вот и всё. А, то есть я вылетел и тебе всё равно засчитало? Ну ты же умер. А, понял. Я думал, от тебя должен умирать. Я 25 тысяч заработал за... А я десятку. И 1700 опыта. Ну, маловато. А, девятку даже заработал, а не десятку. В итоге 5 тысяч дали только.
Нажимай что-то и там погнали, там сейчас будет очень много выбора. Что-нибудь пойдем. Там гоночки может быть. Слушай, конечно, гоночки гоночками. Но мне нужно прерваться. Зачем? Ну, все-таки поесть перекусами, перекусами. А то я уже без обеда сижу. Иди тогда. Потом спишемся, увидимся. Не теряйся, да? Давай. Давай, удачи. И тебе. Спасибо.